И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Вей, и мы с вами продолжаем играть в Orcs Must Die. Итак, у нас последняя миссия под названием Финал, и нам дают монетную площадку. Только понять не могу, что она дает. Без порталов магия исчезнет. В обоих мирах. Знали ли об этом маги Альянса? Должны были знать. Так, что у нас тут получается? Можно сделать простенько. Просто взять и окружить все это лучниками. А портал окружить паладинами. Думаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 паладинов, 17 лучников. И я так думаю, все будет хорошо. Но! Что это такое? Ясненько, ясненько. Но вот это грибы с спорами, по-моему, начнем надо. Так, меч. Это. Значит, доспехах огненный ледяной будет обра. Значит, давайте вот это еще возьмем. Вот еще вот это. Стоп, сначала вот эти два, потом это, затем это. Чтобы еще взять. Хрен с вами, давайте молнию возьмем еще. Ладно, Аллах Акбар. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь тут. Тебе много нужно научиться. Начнем. До встречи. Так, и раз, два, три. Три тут, еще четыре сюда и паладины. Значит, пяти кавказцы пойдут сначала отсюда. Что у нас тут по входам? Да, вход с каждой стороны есть, ладно. Что? Уже? Вы серьезно? По-моему, это слишком. Кто так сразу пошел огненный обер? По-моему, это слишком, Дива. Эй-ге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 й
Всем борзели уже. Так, с нулем хп. А, стоп, эта сторона у меня прикрыта. Так, раз, два, три. Четыре. Собак пропусти. Пять. Шесть. Семь. Девочка, ты дура. Ой, блёха. Бляха, 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 бляха. Всех там убейте. Молодцы. Поздравляю вас. Господи. Так, давай, 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 давай. Это коробка. Там. Так, отлично, отлично, отлично. Валим, 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 валим. Так. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Так, снизу идут.
передняя дверь. Дверь или что там? Конечно, лучше с задней двери начать. Ну что, за всегда приятнее, чем вперед. Туруй. Ай, бляха. Фу. Что эти гады слишком живучие стали? Так, все отлично. Еще двоих ставим вот тут. Приходи, когда будешь готов. Фу, я тебе не Спанч Боб, чтобы быть. Я готов. Постоянно. Пошли нахрен. Так, корки-ворки, ясно. Красотень. Отлично. 7300. Ага, ясно. Ясно, понятно, продаем. И поставим лучше лишних с этих паладинов. Так, надеюсь, никому не больно. Вот так. Это будет здорово. И вот так. Продолжаем. И тут весь периметр обстрою этими баллистами. Так, ледяной и огненный. Отлично. Ледяной сгорел. Огненный замерз. ХП восстановлены. Лучники подохнут. Так вашу материнскую плату, а? Господи. Спокойствие. Секунду. Продолжаем. Отлично. Раз, два, три. Следующий у нас сверху. Сволочи. Самые нелюбимые твари в этой игре. Ну что, еще что ли кобыльда? Блин! Реально! Бляха! Тихо! Паладины просто почти все легли. Еще волна не кончилась. Черт. Нет, волна не кончилась, имеется в виду. У меня для вас небольшой сюрприз.
О, это классная вещь. А, отовсюду. Так, это отбили. Бежим обратно. Так, это есть. Этих мы убиваем. Нельзя фубрысь. Так, значит тут где-то. Или кавказцы эти. Идите с кавказца. Фу, с Кавказа. Отлично. Да блин, вы затеребонькли уже. Осторожно, возможен летальный исход. Вот сюда. Так, там и там. Окей. Фак. Давай, 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 долети, долети, бомбочка, бомбочка, долети, блин, чёртова хрень, чёртова, бляха, мужики, спасите, помогите, спасите, помогите. Серьезно? Сейчас он как-то хрена, что ли? А, вы тут все. Ядрём матрём. Так. Выглядит неплохо. Да. Ишу-шу. Поставил и забыл. Да, вот с этой хренью реально поставил и забыл. Все-таки зря я их ругал. Раз, два, три. И все, у нас практически оборона закончилась. Фу, понеслась дальше. Немного осталось. Парни. Ждать своих. Своих ждать сказано. Бляха. Ох ты ж, бля! Так ты что-то говорит еще? Ай, блин, 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 карасель, карасель! Ядрён матрён. Карусел, карусел, кто успел, тут присел. Эта штука мне нравится. Ну, ядрён матрён. Только не говорите мне, пожалуйста, что с той стороны та же самая хрень. Была такая хрень. О! Повар! Лежать! Это работа! Хорошая собачка! А как насчет такого? Это будет
будет последнее, что вы увидите. Так, две волны. Арбалетчики. Уже арбалетчики. А мне не нужно твое разрешение, девочка. Вот так-то. Так, с одними разобрались. Так, ой, сколько вас тут? Козлы великопоповецкие. Так. Отлично. Ой, ё-мо, кто... Тут тролль. Тут кролик был. Тьфу, огр, твою мать. Постоянно огр с троллями путаю. Ну, хоть табана последний будет. Осталось мне пережить. Что-то странно. Стоп. Ладно. Почему? Почему ты не взял? По кочану и по кочерышке. Поэтому я не сдох. Ну что, всем даю по кочану и по кочерышке. Да что, отстань, бабай. Сволочь. У него ваш доспех. Ты сволочь в доспехах. Так, тут еще... Ё-моё! Фускинг щит! Ё-моё! Ты сдохнешь или нет, а? Юху! Мы победили! Наконец-таки! И что, у нас тут финальный ролик? Каждый боевой маг знает простую истину. Чтобы навсегда остановить Орду, нужно закрыть портал. Это очень просто. Нужно пройти через все порталы и запечатать их за собой жестом и мыслью. Заклинанием, которое по силам даже самому тупому. Когда порталы закроются, магия умрет. После этого не нужно будет опасаться ни орков, ни огров. Но и укрепленным магией крепостям придет конец. Нельзя будет призвать тучи, когда настанет засуха. Невозможно будет исцелять больных. Без магии мир по ту сторону порталов изменится. Но изменится и наш мир, и не обязательно в лучшую сторону. Подобный выбор требует мужества. И как оказалось, оно нашлось только у одного мага Альянса. То ли мужество, то ли безграничная упрямая глупость. Собственно, ребята, вот и все. Мы закончили с вами с компанией Orcs Must Die, самой первой частью. И нас с вами ждет вторая часть этой диалогии Orcs Must Die 2. Всем спасибо за внимание, ребята. Всем пока, всем удачи и до встречи в новом прохождении.